Добро пожаловать на финал Кубка Англии. Уже совсем скоро мы узнаем, какая команда станет обладателем. Сами состав Челси. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. И вот Ливерпуль. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно. Добро пожаловать на финал Кубка Англии. Уже совсем скоро мы узнаем, какая команда станет обладателем. Нами состав Челси. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. И вот Ливерпуль. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно. Добро пожаловать на финал Кубка Англии. Уже совсем скоро мы узнаем, какая команда станет обладателем. Нами состав Челси. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. И вот Ливерпуль. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно. Добро пожаловать на финал Кубка Англии. Уже совсем скоро мы узнаем, какая команда станет обладателем. Нами состав Челси. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. И вот Ливерпуль. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно. Добро пожаловать на финал Кубка Англии. Уже совсем скоро мы узнаем, какая команда станет обладателем. Нами состав Челси. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. И вот Ливерпуль. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно одной из команд получит право поднять его над головой. Как-никак, это самый старый футбольный турнир. И победить в нем означает стать частью его богатой истории. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Ливерпуль атакует через фланг, и можно развить эту атаку там, в свободной зоне. И есть вариант, куда сделать пас. Набить ей так. Хендерсон. Фирмино. Вот это да! Отлично сыграно! Н'Голо Канте. Появляются в правом Н'Голо Канте. Великолепный пас. Виктор